Мария соделалась для нас небом, Божьим престолом, потому что в нее низошло и в ней вселилось высочайшее божество. Чтобы нас возвеличить, умолилось в ней божество, не умоляясь, впрочем, в естестве своем. В ней облеклось оно в ризу для нас же, чтобы нам доставить ею спасение. Преподобный Ефрем Сирин. Во всех жизненных ситуациях наиболее реальную помощь нам оказывает молитва. Преподобный Паисий Святогорец. Будь добрее, чем принято, ибо у каждого своя война, бои и потери. Живи просто, люби щедро, вникай в нужды другого пристально, говори мягко, а остальное предоставь Господу. Архиепископ Лука Войно-Синецкий.